Ребят, всем привет! Новым старым подписчикам, как и обещали, продолжение авторынка «Зеленый угол», наличие автомобилей и цены. Начнем сегодня вот с такого места, с такого замечательного автомобиля Mazda CX-3. Дали нам ключи от автомобилей. Сейчас пойдем, походим, поснимаем. Стоимость автомобиля 1 120 000. Немножко отклонюсь от темы. Где искать у нас автомобили? Автомобили у нас выставляются на сайт drom.ru. Авито, Автору, какие-то сторонние другие сайты, ресурсы. У нас это не актуально. Вот, потому что многие сейчас скидывают объявления с Авито, с Автору. У нас этих автомобилей нет. Дальше. Автомобили в пути. В наличии их нет. Вот за сегодняшний день скинули 3 автомобиля, которые находятся в пути. На них как бы цена такая идет заниженная. Ориентируются люди по этой стоимости. Поверьте, автомобиль, который там указано, что он в идеале, по такой низкой стоимости, вам его не привезут. Более подробно, кому интересно, расскажем по телефону. Итак, ладно, сейчас посмотрим внутри автомобиль. Внутри посмотрим, а потом уже выйдем и покажу я вам его снаружи. Итак, что у нас здесь есть? Кожаные сиденья, подлокотник, управление музыкой, автомат, 2 USB входа, есть DVD, управление климат-контролем, вот такой вот мониторчик, как видите, бесключевой доступ. Завели автомобиль, сразу поднялась у нас проекция. Пробег на автомобиле 114 000. Проверим мультируль. Мультируль работает. Практически пол бака бензина. Температура воздуха 8 градусов. Кстати, сегодня у нас холодно. Сейчас время где-то часа 3 дня. Вот сегодня утром приехали на рынок, прям холодно было. Здесь все по стандарту. Дворники, поворотники, вот такие вот дуйки, i100, подключение. Кстати, есть датчик слепых зон, автоматические стеклоподъемники. Вы знаете, ну, автомобиль такой довольно приятный по салончику, интересный, но почему-то, как-то, если честно, не особо их покупают. Так, опять я оторвался на телефонный звонок. Дальше здесь у нас подсветочка сразу включается. Здесь у нас идет очечница, где пони спрятал радар туда, зеркало такого плана. По месту, в принципе, место здесь нормально. Пойдемте посмотрим внешний вид автомобиля. Так, в принципе, его можно пока заглушить. Все равно выходишь на улицу, холодно. Такой, даже не знаю, как назвать, полукроссовер, что ли, но внешний вид, да, со стороны симпатичный автомобиль смотрится. Есть вмятинка, кстати, вот таких вмятин пугаться не надо, она вытягивается локально, видно вообще ничего не будет. Летняя резина, сзади спойлер. Так, где он, у него там найти не могу, представляете, что такое. Вот скажут, багажное отделение, я не могу сказать, что оно большое, что маленькое тоже, видите, оно такое вот двойное дно здесь идет, а пластик идет только по бокам, сверху идет полочка. Второй ряд сидений, места мало, действительно места очень мало. Комбинированная вставка красная, здесь пластик идет, но пластик идет такой мягенький. 1 120 000, видите, дизель, автомобиль 2016 года. Косячок такой вот. Ну, если честно, со стороны довольно неплохо смотрится автомобиль. Далее стоит Mira ES, черный цвет, но она открывается с ключа. Сейчас не буду искать ключ. Черный цвет, 15 год, 4 ВД, 390 000 стоит данный автомобиль. На штатных колпаках, летняя резина. Комплектация простенькая. Такой, я всегда говорил, то, что это недорогой, неприхотливый кейкарчик. 390 000. Рядом стоит Mazda Demio, белый цвет. Туманку установлен. Автомобиль тоже идет 4 ВД. Стоимость 730 000. Ну, вот этот открылся. 730 000. Дверная карта комбинированная. Пластик такой идет.
мягенькие, аэрбэги, чистенький ухоженный салон, сиденья такие тоже прикольные. Смотрит ее уже. Ну, сзади место тоже мне не нравится, в демке, если честно, маловато. Зато багажное отделение, в принципе, такое неплохого объема. Постоянно, да? Без кнопочки. Нету кнопочки? Нет. Кнопочка на электро была, у них там присасывается сзади. Потом никому кто садится, ДВД у тебя нет уже, просто сиденье. Что у нас здесь есть? Мультируль, климат-контроль, автомат, тоже управление музыкой. Кнопка старт. Тоже два USB входа, тоже DVD. Место примерно вот так в автомобиле. Симпатичный такой, неплохой автомобильчик. Мультируль тоже работает. Камера заднего вида есть. Камера заднего вида без траектории. Тут бабочку забыл. Аукционника не вижу. Аукционник нужно искать, нужно проверять. Итак, 15-й год, цена 730 тысяч. Дальше у нас идет Nissan Moka. Кейкарчик, давно не показывали кейкары. 15-й год. Айстоп 395 тысяч. Такая симпатичная мордашка. Автомобиль тоже без литья. На летней резине. Есть бесключевой доступ. Возможно, батарейка села. Видимо, да. 15-й год, 395 тысяч рублей. Сзади стоит, что это R-вагон. Цена здесь, к сожалению, не указана. Автомобиль тоже открывается с ключа. Не будем искать ключи, не будем открывать. Справа стоит Suzuki Solio, черный цвет. Тоже летняя резина, без литья. Солью открылась. 2016 год, 4 ВД, подогрев сидений 585 тысяч рублей. Кнопка старт. Запах такой в машине, вонючки. Руль обычный, пластиковый. Знаете, чем нравятся вот кейкарочки Solio? Сидишь, ну, действительно, вот высоко сидишь, в принципе, все видно, и очень много места, очень много. Даже до лобового стекла я дотянуться не могу. Сверху есть бардачок, с левой стороны идет электродверь, открывается с кнопки, подогревы, без климата, автомат, камеры заднего вида нет. Кнопочку нажали. Дверка закрылась. Пробег на автомобиле 88 тысяч. Что вам тут еще показать? Ручник идет ножной. Подогревы, вот они. Ящичек. Ну, когда гибридные автомобили, там установлена батарейка. Пойдем второй ряд сидений покажу. Второй ряд сидений у нас двигается. Есть сидушки, когда идет сиденье слитное, есть когда раздельное. Таким образом оно опускается. С доводчиком. Дверь идет с доводчиком. Багажное отделение. $585 тысяч. К
Кстати, некоторые не знают, как открывается электродверь. Там что-то дергают, тянут ее куда-то. Ребят, просто ручку на себя, все, дверь поехала. Чтобы закрыть дверь, не надо ее брать, тянуть, там, дергать. Ручку потянули, дверь закрылась, все. Вон еще солево стоит гибрид беленькая. Сейчас подойдем, посмотрим. 16-й год, повторяю. 4 ВД, 585 тысяч. Кстати, вот камера есть передняя. Не включил ее. Не показал. Все, автомобиль закрылся. Давайте посмотрим сейчас беленькую. Спойлер, ветровики, на литье, зимняя резина, по бокам идет обвес. Открылся. Комплектация побогаче, круиз, мультируль. Смотрите, климат-контроль, подлокотник. А вот сейчас я вам покажу батарейку. Кнопка старт. Завелась. Подогревов нет. Тоже ящичек. Ну и вот эта вот батареечка установлена. Небольшая. По салону, в принципе, все одинаково. Есть шторки штатные. Магнитола побольше. Руль идет кожаный. Две электродвери. Бардачок. Он то не знает, что такое. Видимо, камера, датчики, предстолкновения, система безопасности. Но в остальном все одинаково. Пойдем покажу по передней части. Пробег указан 36 тысяч на данном автомобиле. Так, глушим и выходим. Вот она, передняя часть. 15-й год, гибрид, 2 электродвери, 5 камер, 4 аэрбэга, 695 тысяч. Honda Stream, 2009 год, RSZ комплектация, мультируль, камеры, 795 тысяч. Ну, он тоже открывается с ключа, ключи искать не будем. 795, все, конечно, все дорожает. DS Rux, насос есть написано. Тоже кейкарчик довольно популярный, 15-й год. Кейкар это 0,7. Стоимость автомобиля 440 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle 2011 год 630 тысяч. Не знаю, откроется, нет. Ну, возможно, это не этого продавца уже автомобиля. Что тут у нас еще есть? Есть у нас Альфа 2015 год, моторы. Все у них идут 1,8, 1 миллион 150 тысяч рублей. Пойдем, сходим на ту сторону. Возьмем еще один кейкарчик, 15-й год, климат-контроль, 455 тысяч. Боковые двери сдвижные. Светленький салон. Электрические стеклоподъемники. Бывает, конечно, на веслах, но очень-очень редко. Передние сиденья идут диваном. Климат-контроль. Видимо, дверь. Смотрите, трансформация салона. Представляете, сколько места, да, здесь? Сзади. Машина маленькая, дверь такая здоровая задняя. Сидушки еще умеют складываться. Вот таким образом. Сзади колонка, подстаканники для задних пассажиров. С левой, с правой стороны есть.
сиденье вперед, назад, по высоте регулируется. Корректор фар, включение антибукса, руль обычный, пластмассовый. Места довольно много, потолок, мне нравится потолок, крыша, ой, вообще, два меня сюда влезет. Кнопка старт, пробег указан 65 тысяч, тахометр до 8 тысяч, спидометр 140, режим эко, подстаканник, обдув, пластик такой более-менее мягкий идет, аварийка, дворники, все работает. Камера заднего вида есть, работает. Потолок такой слегка немного грязненький. Подсветка, все включается, все имеется. Не знаю, что сюда можно положить. Зеркала складываются, регулируется все. Работает. Раскладываем. Так, ну пойдемте еще что-нибудь посмотрим. Вагон R, 15 год. Голубенький такой цвет, 410 тысяч он стоит. Стоит Pajero, 11 год, 3 литра, 4 ВД, 1 миллион 170 тысяч, но это идет уже левый руль. Давайте посмотрим еще на Nissan NV, 15 год, 735 тысяч. Без замен, без подкрасов. Как говорят, ну ее используют немножко так под мини-офис. Греются, сидят. Второй ряд сидений. Довольно неплохое состояние салона, я вам скажу, для грузового автомобиля. Ну и цена, соответственно, 715 тысяч. Раньше такие автомобили до подорожания цен, конечно, можно было купить на 1050-70 подешевле. Но NV такой надежный, неприхотливый автомобиль. Скамейка, она поднимается. Здесь автомат установлен. Чуть пальцы не прищемил себя. Рабочий такой универсальчик. ВД таких нет, если не изменяет память, не пошли года 17 или 18, но к нам их еще не везут. Заводится он с ключа. Пробег указан 122 тысячи. Магнитофон стоит отмазанный, но это не страшно. 15 год. 735. Друзья, ну и под конец видео покажем вам Note, Nissan Note, автомобиль 17 год, аукционный, пробег на автомобиле 35 тысяч, не битый, не крашеный, поедет в город Уфу. Кстати, сегодня пригнали автомобиль и говорят, возможно, он даже сегодня уедет. Докупили 4 колеса на литье, докупили защиту двигателя, защита картера. С транспортной заключается договор, делается фото, опись, видео. Опись, где указаны все вложения, все косяки на автомобиле, которые есть. Внимание, цена данного автомобиля 610 тысяч. Не бит, не крашен. Автомобиль аукционный. Неплохая комплектация. Вариатор, да, он передний привод. Докупили, кстати, вонючки вот такие вот, японские. В японских вонючках есть вкладыш с рекламой. Китайцы подделывают все один в один, но китайские вонючки, они идут без вкладыша. Два ключа. Пробег 35 297 километров. Ну что, на сегодня будем заканчивать. Кому понравилось видео, обязательно палец вверх, обязательно с вас комментарии и подписывайтесь на канал. Следующее видео, я думаю, выйдет в воскресенье, в понедельник. Всем пока!